Европы, они не могли позволить себе тратить столь обширные территории для подобных проектов, даже настолько важных и серьезных для, собственно, для самой страны. Поэтому строились градирования. Тут было то же самое. Для первой очереди строительства, был построен как маленькая территория, 14,5 квадратных километров. Для второй очереди его расширили до 22,7. Вот эта вот цифра, по калькуляциям, она была достаточна. Это площадь, чтобы охлаждать воздух из второго круга охлаждения, будьте здоровы, только для реакторов номер 1, 2, 3 и 4. 5, 6 и так далее. В принципе, вода уже была слишком теплой. Это бы приводило к образу. Перегреву. И